Всем привет, с вами Мимико, я продолжаю проходить ремазерт. Мы снова здесь у зеркала, я буквально на пару метров от него отошла. Давайте посмотрим заданица. Значит, найти способ иной выбраться, осмотреть для этого особняк, расследовать исчезновение Сереста, мне кажется, это до конца не будет выполнено. Найти предметы, упавшие в дренаж. У нас в прошлый раз мы смогли из ванной вантусом, получается, какой-то ключ, там, видимо, пошевелить, и он на этаж, где прачечная, упал. И вот надо будет туда попасть. Единственное, что мне нечем открыть ту решетку, я так понимаю. То есть, может быть, какой-то магнит мы должны найти, или чем открыть решетку, опять же. Найти то, что необходимо, чтобы запустить управление лестницей в подвале. Там, по-моему, какой-то то ли аккумулятор, то ли батарейки, что-то такое было. Отыскать и посмотреть запись сеанса гипноза доктора Фелтона. Избавилась от записи, присмотрение сеансов за гипноза пагубно сказывается на вашем психическом здоровье. Там же я не хочу, чтобы запись попала не в те руки, не пытайтесь ее отыскать, я бросила ее в камин. Помимо этого, я переставила аккумулятор в часы с маятником, поскольку проектор нам больше не понадобится. То есть нам нужно найти камин и какие-то часы с маятником. Собственно, да. Ну, это мы все видели. Хотя, в принципе, мне кажется, здесь чуть-чуть подробнее описывает. Хотя нет, все правильно. В общем, такие у нас задачи. Не знаю, насколько мы все это сделаем сегодня. Сами понимаете. Но мы постараемся продвинуться хотя бы в каком-то направлении. Так. Он, по-моему, сейчас здесь не ходит, да? Не пойму. Блин, у меня какой-то волос на экране, и мне казалось, что это его фигура. Надо будет протирать еще и монитор. Я его так каждые 3, наверное, дня 4 протираю. Просто потому что могу. Блин. Слышу. Ну, этот волос меня сейчас напрягает. Немножко. Сейчас мимо да пройдет. Ну, в принципе, когда мимо пройдет, может быть, можем выйти. А как он? Или он за моей спиной ходит? Вот там, в помещениях. Я все никак не могу это понять, честно. Но мне нужно как-то... Это пространство тоже до конца, наверное, будет опускать. Но, наверное, стоит, конечно, вернуться вниз. Сначала. И там доисследовать вот эту вот дверь, которую мы открыли в прошлый раз, помните? Ну чего? Мы долго так будем ходить? Все, нет музыки, пошел он нафиг. Ну или куда вам удобнее, чтобы он пошел? Ми? Пошел в жопу. Нет. Сам ты. Не хочу выиграть с тобой, извини. Ну, кстати, мы добежали куда надо и очень быстро, правда, немножко поранились.
Ну, вроде покраснение ушло экрана. Поэтому, ну, наверное, будет полегче. Нет? То есть, ну, я надеюсь, она вылечилась? Или нет? Или вот эта вот красная фигня, это значит, что нам очень плохо? Как мне похилиться? Когда противник готовится нанести фатальный удар. Отвлечение. Двери держать. Фонарик. Я так понимаю, ни хрена мы не вылечились. Нам нужно найти зеркало, где мы сможем залечиться, видимо, свои раны. Что, видимо, иначе никак особо. Все. Да ё-моё, опять музыка разгоняется. Тут, что ли, ходишь где-то? Давай. Не хотелось бы доводить до фатального удара, если честно. Что тут у нас? Отвлекаловка. Туда не пройти. Стакан. Что-то тут. Часы, обычные часы, камин, но она на него не реагирует. Известный профессор, подозреваемый в похищении поджоги, кончая жизнь самоубийством, не перенеся обвинений, Альберт Элиас Уимен повесился. Он был оправдан из-за недостатка доказательств, после чего общество ополчилось против него. Причины на то были весьма существенные: сокрытие преступлений, месть. 14 ноября 1971 года, сегодня, через месяц после исчезновения 13-летней Селесты, справа, приемной дочери мистера и миссис Фелтонов, труп профессора Уимена, который сверху, был найден у него дома. Предполагается, что Уимен повесился. Несмотря на отсутствие каких-либо реальных доказательств, его подозревали в исчезновении юной Селесты, в то время как все указывало на то, что девочку именно похитили. Его также обвиняли в поджоге монастыря Кристо Моренте, произошедшем 6 дней назад, в результате которого погибли 12 живших там монахинь. Сверху. Среди них была и дочь Ашманна. Уимен несколько раз пытался запугать своих бывших партнеров по бизнесу Фелтонов и бывших работников штаб-квартиры Ашманов, которые обвинили его в использовании компании с целью распространения опасных паразитов для проведения экспериментов с неодобренными лекарствами. Несмотря на то, что при жизни Уимен отрицал все остальные обвинения, он никогда не заявлял о своей непричастности к заражению в Росгалу. Он, напротив, говорил следующее: распространение этой моли и ее биологической системы весьма вероятно является тем кусочком пазла, которого не хватает в современной медицине. Неплохо. Вот это вот то, что летало, да, вот там тело лежало, все в бабочках, в моле. Окей. Предполагается, что Уимен также утверждал, что действовал от лица Ричарда Фелтона, который, пытаясь излечить свою болезнь, принимал первый прототип феноксила на протяжении долгих лет до его запрета, так как тот помогал ему во время сеансов гипноза, несмотря на то, что Фелтон получил заболевание совсем при других условиях. Монахини, которые перед пожаром прошли множественные анализы, сообщали о похожих симптомах. Также у них наблюдалось значительное повышение уровня инсулина и аллергии на кортизон, которая могла привести к внезапному нитчатому кератиту, чувствительности к свету и нейролепсии. Предполагается, что это было вызвано злоупотреблением второго прототипа феноксила. К и без того обширному списку побочных эффектов первого прототипа также можно добавить следующие: повреждения коры головного мозга, галлюцинации, амнезии и деформация воспоминаний. Тем временем первое расследование подтверждает умышленную природу пожара.
В трубы была залита легковоспламеняющаяся жидкость, тем же способом были заражены поля Роса Гала. Сообщается, что помимо монастыря сгорели также плантации и целое крыло особняка Ашманов. Перевернуть? Ничего не забыли? Ложные парики в ваш куафер всего за 39,99. Окей. С собой она что-то не хочет это забирать. Спасибо. Спасибо. Сейчас придёт же, зараза. Я не тут. Would you like me to enjoy your stupid game? Он хочет, чтобы, типа, присоединиться ли ему к твоим тупым играм, типа того. Наверное. Он теперь тут будет ходить? Вы видели? Он тут шляется. И как куда-то идти, если он тут? Жесть, я чуть ему не попалась на глаза. Все, до свидания. Ну, заодно проверим, что с этой стороны стола, да? Может быть, какие-то тоже записочки будут или еще что-то такое интересное. Тут же еще картины висят, но она на них как-то не реагирует. Видимо, их она уже не особо знает. Ну, блин, меня эта люстра напугала. Что это? Металлический кабель. Как он выглядит? Так, не туда. Вот сюда. Металлический кабель, на котором висела массивная люстра, свалившаяся с потолка в столовую. На нем много разрывов, но я думаю, что он все еще способен выдерживать вес. Вся семья Фелтонов запечатлена в радостной обстановке. Эти деньги, кажется, остались в прошлом. Лицо Сильвестра не узнаете, Холл, словно специально испортили слишком сильно царапая. Только зачем? Да блин. Еще люстр просто так не обойти. Он где-то ближе ходит. Это куда? Так, ну никаких вроде. Может быть, это чтобы запустить лифт? Этот межэтажный. Наверное, сейчас сюда припрется. Не, ну, с другой стороны, я за это время, ребят, успела обойти эту комнату. Поэтому все не так-то плохо. Здесь пройдешься? Или как? Мне направо бы зайти еще. Что мы тут не были. Здесь уж я точно впервые. Ну. Нет? Не интересны мы тебе? Ну и фиг ли тогда пугаешь? Давай.
Ух ты, ё-моё. Так, я его слышала. Ну, он с таким же успехом, может быть, как и... Да где вот угодно, в принципе. Блин, идет. Ну, сюда пойдет. Я не понимаю немного, как это работает по звуку. Он определенно здесь открыл дверь. Справа, что ли, идет? Блин, горелым пахнет. Откуда-то? Надеюсь, это не мы горим. Запах прям усиливается. А я не могу выйти из игры. У меня нет сохранения. Так что... О, господи. Надеюсь, просто соседи подпалили свою пищу. Так. Все, никого вроде. Что тут такое? Это вот эти часы? Имелось в виду. Найти ключ от маятниковых часов, господи. Но это не подойдет. Это не то, что нам нужно. Ключик нам нужен. Скорее всего, это тот ключ, который был... упал вниз, мне так кажется. На всякий случай, это пока единственный ключ, который я знаю, что где-то находится в этой игре. Наверху. Нет. Слишком близко. Где-то тут. Все-таки. Ладно, немножко посижу. Интересная тема. Я слышу его пение, но музыка закончилась. То есть он... Это вот так здесь слышно, что наверху происходит, да? Часы. О май гад. А мы были ранены. Зеркало бьется. Почему нельзя так много лечиться? А чё он сюда прибежал? Кто был это, он спросил. Сейчас я прям лес рук устрою тебе. Или я ему как бы новое место открыла? Что здесь вообще-то капец. Блин, сохраниться решила. Офигеть. Зеркало треснуло. Как с этим теперь играть? Неужели у зеркал есть лимит? В таком случае мне конец по-любому. Выходим. Музыка вроде затихла. Меня смущает вот этот блик. Вот. Сейчас, блин, его так не видно. Вот, видите? Появляется... как это правильно называется? Степ какой-то.
Снова сюда идем? Или это не здесь? Это не смешно. Короче, блик вот на этой деревянной панели в нижней ее части. Такое ощущение, будто там предмет какой-то. А там нет никакого предмета. Да, он реально сюда пришел. У меня офигеть как мало времени, чтобы проверить этот долбанный коридор. До конца. Не, ну хотя мне здесь нужно уже из двери выходить. Что у него жопа такая странная, она как будто резиновая. Да? Да замолчи ты. Как-то у него булки особо не... Извините меня, пожалуйста, как-то странно, что у него так вот, ну... Попа не особо подвижная. Прям совсем неподвижные. Чё за двери, во-первых, здесь? Шнур? Ну? Допустим, я, кажется, поняла, куда это. Что тут? Только одна дверца открывается. А здесь заперто. Мне придется спрятаться опять. Могу ли я что-то сделать? А. Генератор энергии. Окей. Здесь, по идее, тоже нет. Мне проскочить вниз. Если я успею. Просто идти. Все. Мне надо здесь проверить теперь. Все. Он нас полюбас услышал. Он сюда пришел. Но прибежит ли он сейчас? Что-то он ругается очень, да? Блин, а кабель. Может быть, правда, сверху в этом лифте. Ну, сейчас посмотрим. Тик. Вот. А, не, она просто его вытащит. Нет. Ну, нет. Спасибо, нашумело. Найти способ поднять решетку в подвале.
Не-не, нашумело. В общем, далеко он был. Ни хрена не услышал. Так, ладно. Где ходят-то? Не здесь. Показалось, что здесь. Ладно, хрен с тобой. Мутный какой-то чувак. Серьезно, то идиот. То не идиот. Вот надоел люто. Не то чтобы я сильно прям этой механикой вдохновляюсь. Честности ради. Так. Я, может, что-то должна сделать? Да ну! Да ладно! И мы его запустим, и он поднимет решетку? Да? О, прикол. Не работает на этом этаже. О, ладно. Не, ну это лютый прикол. Хорошо, допустим. И мне получается, теперь надо подниматься на второй этаж. Где там этот грузоподъемник был? Где он шляется там? Как-то проскочить, короче, на второй этаж. На второй этаж же ведь, да? Или где кухня тоже был. Блин. У меня проблемы. Сюда? Окей. 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 Я начала более-менее понимать, как с ним играть. Можно не очень бояться так вот ходить, прям каблуками топать. Поэтому все будет хорошо. Ну, по идее. Сейчас чуть-чуть заглухнет. Все? Да. Теперь идем. Теперь идем. Давай, давай, давай. Куда-нибудь да успеем в любом случае. Наверное, туда направо. Ё-моё, прям подо мной где-то дверь открыл. Или всё-таки это было на первом этаже? А здесь так. Да блин. Nothing left it to eat. It's all molded.
Здесь. Не. Заперто. Он, наверное, вернулся уже наверх. Теперь будет меня кошмарить здесь. А мне это прям, ну, совсем не уперлось. Идем сюда. Наше сохранение. Сохранение. Боже. Значит, все-таки из кухни надо вызвать лифт. А, или вот. Бежим нафиг. Найти и снова включить генератор. Да, пожалуйста. У меня есть фонарик. Генератор внизу, что ли? А, или... Ну там включаются эти пробки. Правильно? Внизу. Происходит такое ощущение, что мне что-то машет, блин, вдалеке. Ребят. Ну, в любом случае, за мной пришли, походу. Это надо было меня так подставить? Чтобы взяли, блин, и свет еще вырубили в этом доме. Здесь и так не сильно ты разберешься, где что находится. Ну да, пробки, они где-то были. Переключатели эти у входа. Мы как раз сейчас мимо там ходили. Ну ладно, ничего не поделаешь, как бы. Но в такой темноте... Как бы, блин... Пощадите. Давайте-ка сохраним игру. А я отсюда сваливаю свой шкаф обратно. И продолжим, пожалуй, в следующий раз. Сейчас он успокоится, до нас добежит. Проверит эту комнатку. Да. Он же прям рядышком где-то был. Сейчас еще, небось, какая-нибудь мини-игра запустится. Are you doing some overtime? А? Извини, у меня не настолько хороший английский. Чувак, не свети своим глазом. Че ты там светишься? В общем, он очень устал от этого. Он очень устал от нас. Я тоже отдохну, пожалуй, ребят. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, и в следующий раз продолжим снова от зеркала. Нам нужно будет включить свет и попробовать хоть как-то продвинуться по этой игре. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Я еще не успела прошлый выпуск выложить, если что, по этой игре. Он у меня как раз на завтрашний день запланирован, получается, на 23 число, поэтому комментариев ваших не видела еще пока что. Но, тем не менее, я, по-моему, по всем скучала. Была рада вернуться снова. До встречи в следующих видео и пока-пока.